С нами на связи Андрей Алексеевич Рыженко, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба военно-морских сил Вооруженных сил Украины с 4 по 20 год, и Павел Лакейчук, руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21». Коллеги, здравствуйте. У меня первый вопрос сразу же к Андрею Алексеевичу. Вот сегодняшняя атака морскими дронами, украинскими, в силу того, что уже Украина подтвердила это, СБУ выложили видео, которое Каролина только что и показывала, и о котором говорила. Говорит ли это о том, что все-таки, как ни крути, но вопреки такой накрученной мифологической истории, информации о том, что российский Черноморский флот непобедим, он на самом деле уязвим даже обычными дронами? Добрый вечер. Ну, действительно, но это дрон необычный, это дрон хороший, его дальность хода была увеличена до 800 километров, а сегодняшнее событие, когда вот эти два дрона нанесли удар по порту Новороссийск, это был первый раз, когда Украина проецировала свою военно-морскую силу на дистанцию 740 километров от своего южного побережья, от района Одессы. То есть, в принципе, сейчас противник понимает, что, в принципе, Украина может наносить удары хотя бы такими морскими дронами по практически всем пунктам базирования Черноморского флота. Вот. И вторая особенность этого дрона в том, что на нем боевая часть была, ну, в общем-то, по-разному пишут, кто пишет 300 килограмм, то 450. Но это очень серьезная боевая часть, и она может привести к тому, что такой большой корабль, как десантный корабль, может получить такое серьезное повреждение, потому что, видите, сейчас у него крен на левый борт, фактически все внутри затоплено соленой водой. Я не думаю, что его можно будет даже восстановить, потому что ну, он, видимо, получил очень много воды. Если бы вот эти вот буксиры его не поддерживали, возможно, чтобы он утонул, если бы он стоял где-то в открытом море. А если стрелять таким дроном по корвету, то вообще он утонет сразу. Поэтому это серьезная угроза. Россияне это понимают. И я думаю, они сейчас будут сильно укреплять порт Новороссийск. Потому что, опять же, судя по этому видео, этот корабль вообще к этой атаке готов не был. Там никаких вахт не неслось. И видите, вот светятся такие кругленькие отверстия. Это иллюминаторы в корабле. То есть даже не было задрайки иллюминаторов. Это, в общем-то, такое военно-морское правило, понятное всем, тем более во время ведения боевых действий. Вот. Ну, особенности, хочу сказать, дронов вот этих есть то, что они достаточно эффективны, когда они ими стреляют по фиксированным целям, то есть это какие-то мосты, это причалы, либо кораблям на якоре, этот корабль стоял на якоре, и либо на, ну, не при небольшом маневрировании. Когда военный корабль маневрирует, то использование такого дрона затруднено, потому что это связано, ну, с целеуказанием. Тут, конечно, были бы эффективнее крылатые ракеты. Но, тем не менее, это большая победа Украины на море. Это демонстрация того, что, ну, такие задачи могут решаться теперь фактически ну, по всей акватории Черного моря, где базируется флот противника. Павел, и также у меня вопрос будет к вам. Дальность была заявлена, если без того, что дрон будет возвращаться, 800 километров, да, вот такая дальность возможная. И вот уже Андрей сказал, что на самом деле не ожидал противник такого поворота событий. А вот теперь, когда будет ожидать, но вместе с тем эффективность дрона остается на том же уровне. То есть здесь идет речь уже об некоторых тактических изменениях для того, чтобы эти дроны продолжали быть настолько эффективными? И насколько о таких глобальных вещах мы можем говорить? Ну, например, о в целом изменении ситуации в акватории Черного моря? Или еще рано пока вот так глобально рассуждать? Ну, прежде всего, вот я сейчас сидел, думал и наконец-то понял некоторые вещи. Ну, во-первых, ВМС и СБУ хотела таким ударом по вот этим кораблям поздравить Андрея Алексеевича с днем рождения. Я присоединяюсь. Вышло у них классно. Капитану первого Рыженко наш привет. Ну, во-вторых, после 17 числа, когда россияне объявили ультиматум фактически не только нам, а всему миру, о том, что корабли в Черном море будут топиться пиратским способом,
Они нанесли целый ряд ударов по нашим городам, по нашим портам. Если не ошибаюсь, 26 объектов. В Одессе, в Черноморском, в Измаиле было повреждено как минимум 5 судов, причем не украинские, не под украинским флагом, под другими флагами были повреждены. И, ну, можно посмотреть, как работает зерновой коридор. Практически никак. И Украина на это ответила, Министерство обороны ответило, что российские корабли, которые движутся в порты Черноморского, Черноморские порты России, либо в порты оккупированного Крыма, будут уничтожаться, как такие, которые могут перевозить оружие. Ну вот после этого в юго-западной части Черного моря происходит инцидент с неизвестными дронами и патрульными кораблями, ну, фактически ракетными кораблями Российской Федерации, Быковым и Котовым. Ну, а умные люди говорят, что там еще кроме них был контейнеровоз «Спарта-4». Это штука, которую все знают, которая возит из Сирии в Россию оружие, и никто с ней ничего сделать не может. Первый момент. Через день, фактически, чуть больше, инцидент в Новороссийском порту, когда удар наносится по большому десантному кораблю. Поверьте мне, большой десантный корабль никто с балкером не спутает. Явно он не кукурузу возил. Так что Украина действует последовательно, демонстрируя противнику, что он не хозяин в Черном море и не будет здесь диктовать условия о том, кто будет здесь регулировать судоходство. Мы выступаем за свободу судоходства. Если не мы, то кто еще, кроме нас? Напомню, в Новороссийске самые большие нефтяные такие терминалы России – это Шишхарис, это терминал КТК, Каспийского трубопроводного консорциума, кстати, который тоже был поврежден, насколько я знаю, во время этой атаки. Вот, и та цепочка судов, которые движутся, река судов, которые движутся из Новороссийска за вот этой подсанкционной нефтью, может быть прервана. И это вполне... Именно служба безопасности, военно-морские силы Украины демонстрируют то, что это может быть... События могут развиваться именно так. А что касается развития наших дронов, ну поймите, мы за год подняли этот вид оружия с нуля. Ни у кого такого не было. Если кто-то развивает какой-то вид оружия, он базируется на предыдущих наработках. Вот. И на каком-то этапе там происходят качественные изменения и новое оружие. У нас с нуля работа. У нас не было, некогда было нам налаживать производство, проводить испытания, там, ходовые, заводские. Каждое испытание – это выход в море. Выход в море – удачная операция или неудачная операция, а доработка – следующая и так дальше. Поэтому я не знаю ни технических характеристик этого дрона. Я вижу точно, что осенью прошлого года, когда атаковали Севастополь, это были дроны еще слабее. Сейчас мы видим более совершенные дроны. И то, что в Стамбуле на днях был продемонстрирован на выставке вооружейной дрон с такими заявленными характеристиками, там 300 килограмм, 800 километров, это не значит, что точно такие же дроны сейчас по Новороссийску применялись. Скорее всего, они уже более совершенная тактика их применения. Она развивается постоянно. Андрей Алексеевич, к вам следующий вопрос. В силу того, что имеются дроны, данные морские, кстати, знаете же, да, интересный факт, что вот этот Оленегорский горняк, это как раз корабль, который предназначен для борьбы с дронами, да, но есть нюанс, тут дрон поборолся с ним, но не об этом. Смотрите, если сейчас, да, вот такие вот шутки в сторону, хотя понимаю, что здесь эта тема, сегодня весь украинский интернет пестрит радостью, но все же, смотрите, не стоит недооценивать врага. Россияне уже знают, что существуют такие дроны, которые способны атаковать российский Черноморский флот. Насколько россияне могут бояться за свой флот? Потому что, если я правильно понимаю, даже если они отодвинут, перенаправят свои корабли дальше,
для того, чтобы дроны не доставали. Все равно, даже с такого большого расстояния, эти корабли и могут способствовать войне против Украины и запуску ракет по территории Украины. Ну, смотрите, этот корабль «Оленегорский горняк», он не предназначен для борьбы с дронами. Ну, это называется борьба с подводными силами и средствами. Для этого есть специальные катера, они гораздо меньше. Они, кстати, тоже есть, там рядом с ним был такой катер, с этим «Оленегорским горняком». Но это как бы нормальное правило. Все корабли, в общем-то, они при нахождении на рейде, у них выставляется вахта борьбы с подводными силами и средствами. Там. Ну, такая вахта должна быть и на этом корабле также, тем более сейчас идет вот это вот, идут боевые действия с Украины, они это понимают. Но в Новороссийске я смотрю, что они действительно там в таком расслабленном состоянии, ну, по вот этому видео точно видно. И, ну, во-первых, точно сейчас Новороссийск, охрана, оборона порта Новороссийска, она будет значительно усилена. Сейчас там будет делаться то же самое, что делалось в Севастополе прошлым летом, когда первые воздушные беспилотники начали атаковать Севастополь. Тогда, помните, был первый раз отменен день военно-морского флота российского. Вот то же самое сейчас будет в Новороссийске. Кстати, дальше им убегать уже некуда, потому что дальше ничего нет. Новороссийск – это самый дальний порт военный. Ну, там есть еще там гражданские порты, но, в общем, убежать дальше некуда. Кстати, порт Сочи тоже сегодня, капитан порта заявил о том, что будут предприняты меры там для этого и так далее. То есть они сейчас будут выстраивать для порта Новороссийск свою усиленную такую схему охраны. По всей видимости, где-то будут затягивать боновые заграждения, вот эти сетки, будут ставить дополнительные катера, вот эти противодиверсионные, они там есть. Возможно, их перекинут там откуда-то там других, может быть, с Каспия что-то перекинут. Вот, там есть такие небольшие катера у них. Также к этому, наверное, привлекут вертолеты, выставят дополнительно вахты. То есть они, ну, будут интенсивно за этим смотреть. Вот, поэтому действительно, ну, нашим, ну, кто как бы планирует такие операции, нужно будет смотреть, ну, как вот все-таки вот это обходить. Потому что если такой дрон обнаруживается, ну, на дистанции, там, скажем, визуального выявления 1,5-2 километра, то, ну, у противника есть большой шанс его все-таки уничтожить. Вот, уничтожаются они в основном это пулеметным огнем, крупнокалиберными и мелкокалиберной артиллерией. Кстати, недавно россияне на свои десантные корабли такие поставили вот как раз дополнительные артиллерийские установки, там калибра 25-30 миллиметров, еще там от установок времен Второй мировой войны. Ну, как бы они для этих целей работают. Поэтому я скажу так, что нужно постоянно вести наблюдение. И, конечно, к вот этим дронам ударным нужно другие способы нанесения удара. Я, в принципе, вижу это как ракетные катера небольшие, которые могли бы нести крылатые ракеты. Но крылатую ракету сбить, в общем-то, значительно сложнее. И она эту дистанцию до цели проходит гораздо быстрее. Вот. Причем, ну, вот эти катера, они могут быть экипажные, как экипажные, так и безэкипажные. То есть, и в принципе, если мы так быстро сделали дрон, возможно, можно сделать быстрый катер. Хотя, честно говоря, ну, у нас как бы школа такая, ну, достаточно развитая по дронам. Их были наработки еще до войны, тогда просто на это никто не обращал внимания. Вот. И когда война началась, поняли, в общем-то, что это такой вариант, как можно бороться с противником. И сегодняшнее утро показало, что действительно это так. Павел, мне очень интересно, если можно коротко, просто тут действительно общее представление, можем ли мы понимать, какое количество вот таких дронов могло бы на самом деле эффективно бороться с российским флотом, при том, что уже могут ожидать от Украины подобного? И есть ли вообще понимание, сколько вообще их нужно? Честно скажу, сколько мы на United 24 задонатим? Столько дронов и будет. Так что призываю всех донатить. Будет больше дронов и меньше русских кораблей.
На этой прекрасной ноте, я считаю, что уже можно заканчивать. Да, на позитивной ноте. Коллеги, вам огромное спасибо за ваши комментарии. Напомню, что эту тему мы обсуждали с нашими гостями. Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба военно-морских сил вооруженных сил Украины с 4 по 20 год. И Павел Лакичук также был с нами на связи. Это руководитель военных программ безопасности. Ласочка, гарного вам вечера. Да, все навзаем, все навзаем. И Центр глобалистики «Стратегия 21». Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.